нужно прилагать усилия, чтобы организовать наш разум и наше сердце, прежде всего, чтобы они были как можно, как возможно, более вместе. Человек да поможет ближнему, чтобы вы были вместе. И как можно больше быть в направлении отдачи, объединения высшей нашей природы. И в таких усилиях мы даем место Высшему Свету, чтобы он начал работать в нас и подталкивал бы нас вперед с уровня Малхут на уровень Бины, от знания к вере, от получения к отдаче. И в этом, чтобы мы начали ощущать, что называется кли отдачи, которая находится выше знания. Это нечто новое. Это нечто, чего мы не знали до этого. Это другая природа. Это не то, что мы можем представить себе, что называется, давать, участвовать в чем-то, что все, что мы можем представить себе, это все-таки мы представляем себе в наших получающих келим. А здесь мы получаем новое свойство, силу, разум, чувство от высшего мира, от высшего свойства. Но усилия мы должны приложить. И внутри этого усилия Творец уже даст свою силу, и так мы придем к новому свойству, чтобы мы действительно были сынами будущего мира, высшего мира. Так будем думать об этом, как включиться в это, как устремиться к этому, как дать Творцу силу облачиться в нас и так давать, подталкивать нас вперед к исправлению. Пожалуйста.